Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу, как построить мини-статую мирного жителя. Для этого нам понадобится площадка 9 на 9 блоков. Соответственно, я ее уже заранее подготовил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И там то же самое. Теперь отступаем 3 на 3 квадрат. Раз, два, три, раз, два, три. И вот по диагонали ставим один блок коричневой керамики. Теперь продлеваем этот блок на 3, то есть делаем такой прямоугольник 3 на 2. Теперь этот прямоугольник мы поднимаем на 5 вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Получается 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, это будут ноги мирного жителя, точнее туловище его. Теперь делаем руки следующим образом. То есть лицевая часть у нас будет с этой стороны. И на стороне лицевой части делаем такой вот угол. И выводим это все вот сюда. То есть, видите, такая получается мини-рука. И так повторяем с другой стороны. Вот так должно получиться. Теперь продлеваем это все на один блок. И между ними ставим блок терракоты. Отлично. Это у нас будут руки. Идем далее. Далее у нас идет терракотта, также 3 на 2 блока, но поднимаем мы его уже на 4 этажа. 1, 2, 3, так, 3 и 4. Отлично. Теперь нижние и центральные 2 блока ставим красная керамика, это будет нос. Далее из серой керамики на уровне верха, как бы сказать, носа ставим 2 глаза. На этом все. Вот вся постройка, ребят. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что бы вы хотели еще увидеть, чтобы я построил. А на этом все, ребята. Всем удачи и всем пока.